Всем привет снова. Вовка гоняет здесь ворон. Да, пистолетом. Ага. Они такие наглые, это вообще просто. Вова. Сели такие, сидят. А хлеб есть? Нет. Они и так сытые, такие наглючие. Только стоит от стола уйти, они уже все здесь, тут как тут сидят. Да, Вова? Рыба, типа люля-кебаб. Дай вилочку. Картошка, какой-то салат, огурцы, уловки, паста. У Олега мясо. Ребяшка, вот что-то вкусное. Что-то красное. Сейчас видео, или там тоже ведь будет, да? У вас сейчас везде будет что-то. Ну да. Тебе какая разница, поставил, он лежать бросил, у тебя сейчас везде. Слушай, у тебя этот, этот зарядник, как он называется? Пауэрбанк. Пауэрбанк есть? Я не брал с собой, блядь. Взял. Я хотел взять сейчас, тяжелую. Что, уже все слопал? Угу. Слопал. Очень вкусные. А ты, Вова, что не ешь эти люляшки? Какие фигняшки? Сам ты фигняшка. Мам, какие фигняшки? Скажи, мам, какие фигняшки? Что за фигня? А, фигня это фигня, да, мам? Угу. О, Вовина подружка. Как зовут девочку? Алина. Алина. И потом, я сейчас надену купальник и пойду купаться. Вова? Да. Мам, можем мне после обеда покупаться? Конечно, можно, нужно. Ты сначала скушай, а потом... Вот это вот съешь, давай, иди. Я его засунул, даже не знаю, где он. Почему? В холоднее, честно. Да? Ага. Как искупалась, даже это еще не расчесывалось, ничего. Сначала на море купались, потом в Васике искупались, пошли за сим-карты. Мам. Наконец-то купили симку. Что? А ты знаешь такую сказку, где один мальчик не хотел есть это, кашу и выбросил его в окно? Нет. И вся каша улетела к дяде шляпой красивой. На шляпу? Угу. Это не про тебя случайно? Конечно нет, я доедаю. А, да, ну давай, ты докажи сначала, доешь. До последней. Мам, смотрел такую сказку? Нет, первый раз слышу от тебя такую сказку. Как у меня? Первый раз от тебя слышу. А мне тут социалисты говорили. Что будем делать сегодня? Сказки читать. Сказки читать, ну. О, я уже загорела, нифига себе. Сразу же конопушки появились откуда-то. Капец, пушки? Вообще. Пушки, ну пушки, пушки. Читая комментарии, вообще офигеваю. Какой-то ник нам приписали. Типа мы на видео такие хорошенькие, добренькие, а под этим ником жестим. Что за бред? Такие смешные, напридумывали, да? Пока мы тут беды не чуем, перелетаем, переезжаем. Вы там какие-то свои версии строите. Да, с номера? Пачки по пачке брали. Я говорю,
Ничего себе. А у нас что? У нас нечего брать, да? Кроме денег. Олег там на спорте, он не курит, не пьет. Да. Не, ну там есть промоченные сигареты. И рассыпал пар. А короче, этот уборщик приходил. Знаете, зачем он приходил? Деньги ему надо. Мы вчера ему дали 2 бакса, сегодня такой пришел, такой шкуру трет, то фоткаться ему надо, то еще что-то. Потом в итоге такой говорит, а там, говорит, хороший человек Андрей, он, говорит, мне $5 дал. $5. Мы такие как заржали, типа, ты что, за этим пришел, типа. Что он сказал там, хороший Андрей, да, какой-то? Ну, хороший, друг, говорит, у меня. Друг, хороший. Говорит, ну, френд Андрей. Он говорит, мне $5 дает каждый день. Вот офигевшая. Все съел? Молодец. Давай, я сейчас попью еще. Давай. Попей. У тебя твои-то где? Колбаски. На углях прям вообще пахнет. Хорошо. Как дела? Сколько? Ну, осталось 79% и 73%. Вот надо, короче, по одному закидывать. Пошли. У тебя спина грязная в каком-то жиру, фу. Серьезно, жир? Ну, наверное, я не знаю, кто. Говно вообще. Говно? Вот что-то такое. Там, наверное, это ворона, говно. Наверное, сернула. Когда только успела. А ты найди жизнь. У меня все руки заняты уже. Что так херово снимает, ничего не поняла. Что-то как-то не фокусируется. Пойду до номера, скажу, переоденусь, одену купальник. И буду купаться сам. Наелись, пошли на море. Решили идти пешком, не ждать автобуса. Так что... Вова, ну зачем? Новая же, белая. Специально, смотри, где-то. Сидел уже. Смотри, все специально. Ладно, давай я ее одену. Вова голову напечет, потом болеть будет. Не хочет, как хочет. А ты что здесь такое? Пальма какая огромная. Выросла. А в пальме домик. Ну, нет, смотри, конечно, не здесь. Вот что-то весюлечки. Лианы. Да? Ага. Смотри, как много. Вот.
Лиана. Море, море, мир бездонный. Как у меня горло болит. За руку беремся. Раз, два. Вовка вообще загорел. Смирно. Смирно, Вова. Вова, давай ручку. Дорогу же переходим. Давай. На тебе кепку. Купим мы тебе кепку, ладно? Красивую. Когда домой приедем. Да, Вова? Самое главное, Вове реже напоминать, чтобы ему кепку купить. Ну пойдем вот сюда посмотрим. Какую-нибудь тряпку купим. Тряпку. Пусть на голову наматывают, как челму. Мы сейчас их проходите, что ли, что встали-то? Зависи. Да. Сколько? Здесь рыба кепка. Сколько стоит? Сколько? Ту, фо. Вон, давай. Фиксики. Во. Давай. Сколько? Ну, Боба. А? Сколько? Сейчас. Что, 6? $2. Там 3, тут уже 6. А где там? Почему не купили? А у них терминала нет. Да чему тебе не купили? Терминала нету, через карту. Карту. Надо. Карту. Терминал. Смотрите, там еще ой. Ну, тебе нравится? Ладно, пойдем. Там через... Вот, точка мне не нравится. Пошли, Вовочка, Вова. Пойдем в другое место. Вова. В другом месте, Вова. Там такая же есть, Вова. Терминал есть. Побят. Давай за 4 тогда вот. 70 фунтов, хорошо? Фу, 70 это сколько? 70 фунтов, как? Это $5 почти. Нет. По 15. Мало. 15 на 5, 75. Ну, чуть бы... Не 5 долларов. 4,5. 60 фунтов. Хорошо. Окей. $4, да? 60 фунтов. 60 фунтов. 65, хорошо? Да 60, блин. Хорошо. 60. Терминал? Да-да-да. Терминал, давай терминал. Одевай, да. Вова, фиксики. Просто вот это? Да, и все. Маски нету? Маска Мори? Да. Да. У меня есть. Нету? Просто маска? Есть. Есть. Сколько? О-о-о. Почему быстро? У нас друзья здесь. Купили маска терминал? Да. Что, комиссии еще будет? Да, я знаю. О, какая. Какой запах обалденный. На обратном пути надо будет взять. Сколько манго стоит? Здравствуйте, Надя. Здравствуйте. Манго? Есть по полтора, есть по сколько? Два, есть по $3. По два, по три? Да. Угу. Золотишко. Это 5 грабель. 5 грабель. Купишь? Кого? Да, зачем тебе в такую жиру? Он тебе сейчас весь растает. Вова, что сколько ладно, стоит? 18. Нифига себе. Да все, мы за 10 не взяли. Жители, меня не хватает, верьте меня. Почему не купили бы 10 долларов? Потому что терминала нет. Да пойдем уже. Давай, терминал, за кепку. Манго, хорошая цена, пожалуйста. Манго разный сорт, разная цена. Есть манго банана, есть манго ананас. Нет. Она растает сейчас. Такая зато жара. Игрушка будет. Да. Нет, Вова.
Давайте вино и это. Дай дро, дай по 10, давай. Сиди, бери по 10. Черную возьми. Да мы на обратном пути, может, зайдем. Мы сейчас на море пойдем. Сколько? Да Вова без шоколада, говорю. Разный сорт, его смотри. Есть манго-банана, есть манго-ананас, есть манго-дини, есть манго-бусы. Ну-ка покажи. Сорта разные, смотри. Да? А это какой? Это манго-яблоко. Манго-яблоко? Да. Это, Вова, ничего не трогает? Это зеленое, это просто манго. Посмотри. Это манго. Что? Это манго-ананас. Вот это, да? Да. Это манго-банан. Нифига себе. Да, сорта разные. Это манго-дини, большая или домой. Да. А что-то мне кажется, они все одинаковые, ты меня обманываешь. Нет, меня обманул. Врешь? Сыр, врешь? Сыр. Какие-то манго, ананас, манго, банан придумал. Здрасте. Черный нет. Желтый возьми. Ну то есть пап. Желтую возьми, как. Ты не видишь, куда мы идем? Смотри, Джека, Маленький. Можно. Давай померить. А это сколько стоит? Что? Это 15 долларов. Это 10, это 15? Да, это детский дороже, чем. Ладно, детский. Даже не мери. Почему? Нет, за 15. Да нам куда сделали тату много, чем маска 5000 раз. Почему вы жадны на это? Нет, потому что мы сейчас ее поплаваем, и она в России не нужна. Мы ее выбросим. Он будет рад в Шарм-эш-Шейх потом посмотреть. Возьми красную с черным, она же не маленькая. Это маленькая. Да не маленькая, она видно или чего? SM, мадам, SM. А это? SL, XL. Здесь маска одинаково, кожа одинаково. А здесь резина по-разному. Здесь видишь? Резина здесь, а здесь видишь? Нет, ладно, пойдемте, время уже много. Это размер. А Вова-то что, не влезет же сюда? Да влезет, немножко посмотрим. Купишь? Это что это? Жвачка. Жвачка хорошая. Ладно, ладно. Пошли. Да, это где у нее пакет, сумка, что там? Панаму бери. Панаму бери, шоколад, он растает, говорю. Да не надо это? Не надо. Надо это? Это давай. Это надо. Это сколько? Это 2 доллара. Это импорт. Бибиту. Бибиту, жвачку. Можно маленький, маленький за доллар, маленький. Это круг такой, большой, большой, много. Не надо, не надо убирать вообще. 10 долларов, хорошо. Все. Никак не можем дойти до этого пляжа. Пошли. На пляж ушли. Вова, догоняй. Так купились? Хорошую. Да, купили карту. Сим-карту. Самый лучший интернет. Ну, сказали, да. Офигеть. Я смогу и фиксиков смотреть. А, деловой. Почему? Мне не дадут? А. Почему?
Не знаю. Я немножко посмотрела через маску, буквально несколько секунд. Так страшно, я вообще боюсь смотреть. Так красиво, так завораживает и одновременно страшно. Я боюсь глубину. Там вообще дна не видно. А где маска? Я вам брики дал. О, кстати, можно камин. Дома. Это телефон, а камеры у нас нет.